Итак, запись номер 31, попытка номер 4. Надеюсь, в этот раз попытка будет куда более удачной, чем предыдущие. Я уже много раз перечитывал, обчитывал. Надеюсь, в этот раз получится. Но здесь, конечно же, не буду, здесь слишком людно. Надо уйти вглубь. В глуби кладбища меня навряд ли будут тревожить. Надеюсь, в этот раз все получится. Карл Торский. Я бы мог вызвать тебя, но ты, к сожалению, лежишь на основной аллее, поэтому мне придется искать кого-нибудь другого. Кого-нибудь, кто похоронен где-то там, в глубине. В общем, чем дальше и глубже, тем лучше. Так, я нашел более-менее подходящую тропинку. Народу мало. Осталось найти какую-нибудь одиночную заброшенную могилу. И можно думаю, я нашел, кого буду сегодня вызывать. Что ж, попробуем. Такс, ну и как же тебя тут зовут? Так, неразборчиво. Ну что ж, попробуем узнать, кто ты. Но мне нужно вначале подготовиться. Отлично. Я завершил свои приготовления. Теперь я могу начинать.
Что произошло? Где моя камера? Что произошло, блин? Вот она. Черт возьми! Фу! Она вся испачкана. Блин, повреждена еще. Нет, надо бы убираться отсюда. По ходу дела, еще одна неудачная попытка. Такс. Такс, куда обратно-то? Я, кажется, шел оттуда. Да, точно. Я шел оттуда. Странно. Наверх я поднимался намного быстрее. Кстати, вот тропинка. Ой, это еще один мой неудачный опыт. В плане того, чтобы вызвать духа. Конец связи. Кто-то идет за мной. Я это знаю. Надо поскорее найти выход. По ходу дела, у меня реально получилось вызвать духа. Только результат оказался не таким, как я ожидал. Надо выбираться и поскорее. Наконец-то. Главная аллея. Надо поскорее покинуть территорию кладбища, иначе дух может